В Бирске местный предприниматель реконструирует старый коровник и доильный цех. Модернизированный молочный комплекс будет использоваться для собственных нужд. Местное предприятие уже на протяжении 15 лет занимается переработкой сельхозпродукции, производит мясные полуфабрикаты, колбасу, хлеб, кондитерские изделия, молочную продукцию. Их поставляют в магазины Бирска, а также в детские сады и торговые точки Уфы. Инвестиции в запуск молочного цеха составят 87 миллионов рублей. На эти средства закупят специальное оборудование, автоматические линии кормления, доения и обслуживания скота. Основная же проблема у нас сейчас логистики, сбор молока и все остальное. А здесь молоко все будет свое. Соответственно, будет очень высокого качества молоко. Но в данном цеху будет производиться практически вся продукция. То есть мы и в предыдущем цеху уже производили и творог, и молоко, и сметану, и масло, и всякие творожные массы. То есть в этом будем практически все производить. В качестве мер поддержки проект включили в перечень приоритетных. Инвесторы также возместят часть затрат на закупку сельхозтехники и оборудования.